если 41 рублей доллар интересно. Если бы я подумал. Я вам потом скажу. У нас есть поговорочка такая грубоватая про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому что там говорить, значит. Ну, я не знаю, это чья это, кто автор. Но во всяком случае, это пока только всякие разговоры. Были случаи.